Я в гостях с Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Окей, что мы с вами делаем? У нас осталась последняя локация. Вот она. Это у нас дальний огонь, мглистая башня. Тронный зал, поехали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, у меня не человеческий, да, облик? Ну, давайте использовать. Так, ну, во-первых, я могу пойти туда, либо туда. Во-первых, что-то такое. Ой, ё-моё. Ну, там, походу, что-то жесткое, потому что там кто-то стоит. И там меч. Кольцо ловкости. Увеличивает ловкость. Кольцо ловкости. Причудливое смятое железное кольцо увеличивает ловкость своего хозяина. Старый железный король правил в железный век. Сила короля позволяет ему без труда придать форму железу, и он без... раздельно господствовал над всем животным. Так, мне сейчас интересно, бомбочки докинут. Окей, сделаем вид, что я не знаю. Ну, хотя я и так не знаю. Я не понимаю, ее нужно убить или что? Либо что? Короче, какой-то нужен какой-то литой... Что-то литое. Это NPC. Так, старый растительный бальзам.
По факту я отсюда могу допрыгнуть до туда запросто. Что у меня вообще стоит? Кольцо предела. Ну ладно. Окей, два удара. Слышите, она зовет о помощи. Так, сумеречная трава. Ебать, их тут сразу трое. Большая душа гордого рыцаря. Так, давайте туда сходим. Воу-воу-воу. Ну а, хотя бы два удара надо, чтобы убить. Красная вода. Я не знаю, она хорошая или нет, потому что она просто за нами следует. Бердыш. Так, радужный камень. Да ёмлы-палы. Что это за челик ходит? Он ходит и с луком? Вам посрать. Что мне вообще дали, подождите. Мне дали оружие. А, бёрдыш, так мы это видели уже, бёрдыш. Так, кусок титанита. Ага. До свидания.
как просто летающие доспехи. Окей, не мимик. Уголь вражды, человеческая фигурка. Да, там походу босс, Миша. Блядь, главное не сгореть от этой дуры. Как вариант, я могу спрыгнуть здесь. Я не понимаю, ее можно убить вообще? Она... Сколько их тут? Двое? Единственное, что я не могу понять, это что с ней делать. Монати, тут посильнее этих. Не, вот это хорошо, что все-таки сюда спрыгнул, потому что там что-то жопа была какая-то. Так, давайте, пока я не открыл, я схожу еще в левую часть. И заметьте, что она не атакует. Вот этот челик жесткий. И то, что я не могу ему дать подсрачник, это плохо. Ладно, сзади он хотя бы толкается. Огненный танец. Вещи. Огненный танец. Огненный танец. Пиромантия мага Айкила, верного последователя старшего Железного Короля. Создает пламя, проносящего по указанной территории. Пламя пляшет, заставляя и жертв танцевать. Помните прошлую серию? Я говорю, я скачал тренинг чисто только из-за того босса. Все. Thank you.
Так, мне туда. Но оно с чем-то. Это как-то вода, что ли, святая. Так, не мимик. Не мимик. Ну окей. Что тут ценного? Старый лечится самоцвет жизни, увязшая закатная трава. Сосуд души. Ясно. А, это, подождите, это земля из лавы? Я думал, это земля лак... Фу, блядь, напугала. Так, я оттуда же, да, пришел? Не, мне нужно туда будет прибежать к боссу. Все дымит, все горит. Так, вижу еще тело. Вопрос на миллион. Что это? Ответ не заставил меня долго ждать. Я умный. Так, бальзам из золотого плода. Как я понимаю, это тоже все с порохом. Ёлки-палки, бесит. О,
слишком взрывоопасное место. Да ладно, их можно атаковать? Все, изи. Это очень хорошо, что их, оказывается, в спину можно атаковать. Еще попасть надо как-то в спину. Кулаки. Окей. Так, давайте я ящик с предметами позакидываю все, что мне не нужно. Душа Лойсу. Так, камешки мне нужны. Это пускай остается. Ой, косточки нужно будет понакуплять. Что-то я про них забыл. Ладно. Не, это пускай остается. Так, это пускай остается. Щит забираем. Короны пускай остаются. Ну и все. Что их там слишком много. Давайте сюда посмотрим, что здесь. Короче говоря, мне только сюда идти. Так, это не босс, окей. Туда я что-то вообще идти не хочу, потому что... Что я отсюда вижу? Пока что двух рыцарей. И чели, который огонь еще испускает из себя. Ладно, это не работает. По сути,
сути, я отсюда безопасно могу туда спрыгнуть, используя все свои предметы, которые у меня есть на уменьшение падения. Идиотус! Так, а теперь вопрос... Вопросы пошли. Как мне отсюда выбраться? Но этот челик меня пугает на самом деле. Да почему ты... О боже. Я могу попытаться пойти его убить. Так, бочка пускай стоит. Окей. Остался только этот челик. Я могу попытаться, но мне почему-то плохое предчувствие. Даже тут не было. Все, я понял, где я нахожусь. Тогда я не понимаю, почему этот мертвый. Ой, я только тебя заметил. Я не знаю, если просто сейчас драться с тем, а мне скорее всего нужно к нему сейчас. Хотя хер его знает, сейчас посмотрим. Сюда меня кто-то зажать может запросто.
сука. Но у меня только один вариант, это вниз. Вот этот, конечно, да, я не понимаю, почему он вообще мертвый. Потому что когда они мертвые, они распадаются. Так, а сколько ты хотел? Я его так могу убить тогда. Ожидайте. Хы. Так. Так, вещи. Не докинет все равно. Так, кольцо огня номер 3. Если что, приготовиться бежать наверх. Почему он, они мертвые? Вот эти рыцари, они мертвые. Ой, бля. Стрельба без предупреждения. Я сейчас понимаю, что мне еще и в спину этот начнет херячить. Человеческое мерцающее. Сушеный корень, большой сколок титанита. И что, хочешь сказать, ты не восстанешь? А нет, смотрите, это тоже мертвый, он не восстает. Но это зато меч огненный, значит я его убивал, а у этого меч не огненный, нихера. Я понял, это не союзник. Вот и все. Или не все, слушайте. Что-то мне эта локация очень здоровая, не нравится. Очень сильно не нравится. Так, ну это обычный. Вау! Равы. И думал, только ты тут только один. Не, я вниз смогу спрыгнуть. Проблем нет, на самом деле.
Почему она такая живучая? Главное, чтобы кусок не обвалился. Человеческая фигурка. Там сундук есть только. Ну стреляй, ну бесишь. Заново нужно учиться стрелять. Да, 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 да. Давай, короче, иди сюда. В чем сложность этого места? О! Монатич, чуть не сдох. Так, подожди, вещи. Так, окей. А что мне на самом деле сейчас делать? Потому что здесь у меня очень много вариантов, что я могу куда и пойти. Я могу пойти по цепи, либо пойти в тень. Пидорасина.
заебешь, у меня стамины много. Да дай атаковать мне теперь, сука. Пускай текает, я за ним не побегу. Я что, слепой? Дебил, я с тобой не побегу туда. Аж сколько там вообще бежать? Там очень здоровый спуск вниз. Не хочу, все. Ой, подожди, а давайте я сундук хотя бы открою. Бля, надо было хотя бы сундук открыть. Вниз я пока что не пойду, вниз мы сходим с вами попозже. Вообще, мне нужно уже заканчивать, потому что уже время. Понял. Ну что, давайте посмотреть. Надеюсь, не босс, блин, рели. Но туман похож на с босса. Не, он серый. Так, нет в сумке. Расплавленный железный скипетр. Заперто. Фух, ладно, давайте здесь, короче, с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.